Компания Сибур сотрудничает с образовательным центром Сириус уже с 2016 года. И мы активно поддерживали исследования и в целом лаборатории когнитивных исследований. А сегодня, в 2021 году, уже масштаб нашего сотрудничества значительно расширился и перешел с детей и учителей уже и на студентов. И фактически мы заявляем наше участие в магистратуре, которая будет открыта с сентября 2021 года по направлению уникальность развития. И как раз здесь мы выступаем партнером, который дает ряд элективных курсов и помогает сформировать пул талантливой молодежи, которая придет в учебное заведение и будет дальше уже работать с талантливыми школьниками, формируя осознанный профессиональный выбор. В целом на саммите мы участвуем в нескольких секциях, поскольку, опять же, подчеркну, что мы заинтересованы в талантливых ребятах, которые придут к нам на предприятие. Но если по лаборатории когнитивных исследований нас интересуют ребята, заходящие дальше в систему образования, а, возможно, также и в HR-департамент, и с тем блоком знаний, которые они получают в магистратуре, то параллельно мы очень ждем ребят, которые показывают прекрасные результаты, которые быстро адаптируются в направлении химии, химической технологии и новые материалы. А также мы готовы принять ребят, которые покажут интересные исследования в направлении искусственный интеллект, нейросети, потому что сами мы, конечно, представим очень интересные лекции, касаемые зеленой химии. Это в направлении новые материалы, а также по цифровизации, инструментам цифровой диагностики, инструментам создания цифровых двойников и другим интересным вещам уже в направлении искусственный интеллект. Ну а те, кто все-таки еще до сих пор увлечен когнитивными исследованиями, мы также проведем дополнительную лекцию для ребят и покажем, как когнитивные науки работают во благо бизнеса в HR-цикле.